В области увеличилось количество выявленных ВИЧ-инфицированных. За 7 месяцев этого года специалисты зарегистрировали почти 100 новых случаев. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили в Кировском Роспотребнадзоре, чаще всего заболевания выявляли в Кирово-Чепецком, Вятскополянском, Котельническом районах и Кирове. О том, что еще происходит в городе и области, смотрите в коротком видеообзоре. Готовить документы для назначения трудовой пенсии по старости нужно заранее, иначе размер пенсии может быть меньше, уверяют сотрудники пенсионного фонда. Поэтому за полгода до выхода на пенсию необходимо предоставить специалистам следующие документы: подлинник и копию паспорта, свидетельство обязательного пенсионного страхования и трудовую книжку. Также мужчины должны предоставить военный билет, а женщины – свидетельство о браке и информацию о детях. Записаться на прием к специалистам пенсионного фонда можно на сайте www.pfr.kirov.ru или по телефону 528-513. На аллее около ЦУМа появились новые скамейки. Несколько штук установили 2 месяца назад. Сегодня еще 5 старых заменили на новые. Деньги на них дали крупное предприятие города. Таким образом, они решили внести свой вклад в благоустройство города. Поэтому каждая скамейка теперь носит конкретное имя. А аллею стали называть «Аллеей предприятий». Пчеловоды начнут продавать мед в субботу 10 августа. Сам медовый спас 14-го. Но пасечники решили заранее представить на суд кировчан продукты пчеловодства. В выходные можно будет полакомиться медом рядом с областным домом народного творчества и у филармонии. С понедельника к этим площадкам прибавится еще и ярмарка у цирка. Но с 14 августа освященный мед начнут продавать около храма Веры, Надежды, Любови на Ломоносова.